привіт усім! Ще раз з вами Гонк Олександр Теренін, який вже нарешті повернувся з відпустки і готовий бути експертом у наших матчах. І отже, ми говоримо сьогодні про тур номер 21 у 5-й лізі. І перша гра – Гладіатор Атлетіко 2. Що скажеш, Саша, ти стосовно цієї гри? Тому що ви вже грали, ви вже маєте досвід гри з цією командою і чуть-чуть змінилося за той час, коли ти відпочивав. Ну так, да, ми з ними грали не тільки в 5-й лізі, грали і в 4-й лізі. Дуже цікаві були матчі. Ну, что сказать по поводу вот этого матча, то что будет. Во-первых, он у нас будет сразу же после нашего матча в 4-й лиге. То есть у нас будет два матча подряд, без отдыха. Но ребята есть, состав есть. Пока что вроде все нормально, то есть все собираются. Поэтому, конечно, собираемся дать бой. То есть ну, веришь, в первом круге вот, мы сыграли 0-2. То есть пропустили быстрый гол. Весь матч давили, но не забили и пропустили на последний контратак. Ты хоть веришь в промо своей команды? Конечно верю. Ну как можно играть и не верить в победу своей команды? Я считаю, это шансы на промо твоей команды. Шансы? Да я бы даже сказал 50-50. Все, нема питань. Йдемо далі тоді. А далі у нас гратиме Сокол та Тайм. Отже, Сокол та Тайм гратимуть у нас одразу після Гладіатора. Ну, у Тайма обновлений состав, якщо він, в принципі, прийде на матч. Такой же состав, как был с Юнисефом, то, думаю, стоит отдать преимущество Тайму. Хотя, если... Но Сокол там тоже клуб. Я помню тот матч Тайма и Сокола, который закончился с счетом 2-1. То есть Тайм тогда еще говорил, что им 10 минут накинули, они играли. То есть были тогда разбирательства по этому поводу. И очень жестокий матч был. То есть и били там и по ногам друг другу. И карточек наполучали. Ну, думаю, этот матч будет еще интереснее, потому что Тайму надо бороться за свою игру, а Сокол, в принципе, просто борется за свои амбиции. То есть он не то, что не претендует там на тройку, но, мне кажется, ребята не смогут бороться за призовательство. Окей, зрозумів. Далее у нас гра Авангард Олімпік. Уже перша гра закінчилась з рахунком 9-0. Наскільки мені відомо, команда Олімпік перемогла у цьому матчі. От перші 20 минут того матча в першій лізі смотреть було інтересно. То есть тогда били по воротам. Пошли 20 секунд, да, а потом? Да. А потом получилось, как в вчерашнем матче Чехии и Украины. Просто. Когда просто слезы на... гол за голом полетели, и поэтому 0-9 даже не о чем говорить. Ну, в этот раз, то есть, Авангард не то, что сейчас на подъеме, но обыграли 4-0 Салют. То есть, вроде состав неплохой, поэтому, если правильно построят свою игру, могут там накрыть бровка и... Ну да, але ж пытаться как-нибудь... не один бровком вытрубить игру. Ну, если посмотреть по тем, кто забивает, в основном именно он. Поэтому да. Зрозуміло, окей. Ми йдемо далі. І от, Олександр, чи віриш ти в можливість перемоги команди Гвадаладжара над командою Вінтергарден? Чи змінилось щось от під час цього літнього періоду? Думаю, сейчас эти две команды абсолютно равные по своей силе. Вот так, есть, может, небольшая перспектива на стороне Вінтергардена, но Гвадаладжара умеет собираться и умеет играть на результат. Окей. Хотя первый матч мы видим 3-7, то есть полностью была открытая игра. 3-4 первый тайм, а потом просто Гвадаладжара посыпалась. Ну що ж, Донбас Салют, я думаю, що тут, скоріш за все, гри все-таки ще не відбудуться. Донбас це буде ще десь. Ну, я надіюсь, що матч состоїться, тому що якщо Салют получить технічну перемогу, то для них це не буде таким моральним стимулом, якщо вони обіграють цю команду. Тому все-таки я надіюсь, що Донбас прийде, і Салют зможе взяти в цьому матчі свої очки. Окей, Юніон Монте-Карло. Саша, що ти скажеш стосовно цієї гри? От, я думаю, особисто я думаю, да, якщо ж знову ж таки Союз прийде і допоможе команді Монте-Карло, то у Юніона просто там ну, шансів не те, щоб немає. Я не хотів би якось хлопців там принижувати, тому що я їх завжди підтримую, але просто ну, буде дуже-дуже нелегко. Дуже нелегко. З командою Союз дуже нелегко. Якщо ж команда Союз не буде підсилювати команду Монте-Карло, то я думаю, що може бути, шанси ще, є да. Доволі таки непогані у команди Монте-Карло. Ти хочеш? О, Юніон.
естественно, я бы с тобой согласился. То есть, даже, в принципе, если будет просто состав Монте-Карло, именно 6 человек, которые придут отыграть игру, они придут слить ее 13-0, тогда, то есть, Воскресенко сможет что-то показать. Если придет салют, то... Ликоптер. Возможно, снова будет 0-6, как было в первом круге. Окей. Штурм, штурмувати ворота, ворота Young Boys у цьому турі. І команда Young Boys знову потрапить, ну, чи перша гра у них з командою Union. Не зовсім вдало, то я думаю, що з командою штурм буде ще складніше. Так, буде ще печальніше, я думаю, то есть, ребята, головне, щоб морально не посипались після цього матча, тому що, я думаю, штурм не буде жаліти новичка ліги і... отвесит мячей 10 не у ворота, тем более если такая будет ситуация, что в конце чемпионата будут считать по забитым пропущенным по разнице, то у штурмана пока сейчас лучше. Ну да. И остальная игра данного тура у нас UNICEF Oregon. Да, этот матч будет в воскресенье, в отличие от всех остальных. И UNICEF Orion, в прошлый раз для Ориона это был самый первый матч, только они зашли против UNICEF. То есть проиграли 4-0 в том круге, как будет в этом, то есть сейчас что-то непонятное тоже с Орионом, потому что на наш матч пришли 4 человека, то есть до этого тоже не очень хорошо играли, то есть если ребята соберутся, то будет все нормально, я надеюсь. А если не соберутся, то могут составить компанию Донбассу на вылет с лиги, потому что я считаю, что у Донбасса уже практически нет шансов спастись. Спасіння завжди можна там користуватися, якщо ви його попросите. Я маю на увазі про вашу душу, а не просто про футбол. Це був аналіз, анонс туру номер 21 5 різні. Дякую за увагу. Хай щастить.